Доброе утро, город! В эфире «Сургут-24». Поедем в декабре. Продолжение улицы Геологической ведут в этом году. Это публично пообещали власти Сургута. Участок транспортной сети возводят несколько лет. Объем финансирования – почти 900 миллионов рублей. Четырехполосная магистраль соединит Меликарамово и Югорский тракт. Строительно-монтажные работы завершены. В ближайшие недели пройдет итоговая проверка, после чего движение наконец откроют. Произойдет это ориентировочно в последние дни года. В 2022-м в Сургуте планируется начать строительство двух дорог. Они пройдут по территории будущего научно-технологического центра. Первая от Югорского тракта к берегу Оби, мимо гаражно-лодочных кооперативов. Вторая станет продолжением улицы Никольской и будет шире. В ее составе планируется кольцевая развязка. Строительство школы в 33-м микрорайоне полностью завершено. Об этом доложили главе Сургута на заседании городского штаба. 6 декабря в управлении капитального строительства получили документ о соответствии требованиям жилстройнадзора. До конца года здание введут в эксплуатацию и передадут департаменту образования. До конца года мы однозначно вводим объект в эксплуатацию, передаем его имущество, значит, образованию. И после этого образование уже непосредственно будет производить работы по лицензированию данного объекта и включению его в программу образования. Поэтому, ну, я думаю, что к началу следующего года вот этот вопрос будет полностью решен. Коммунальные службы переключились с магистральных дорог на внутриквартальные проезды. В среду 3 спецмашины чистили снег рядом со школой номер 7 на проезде «Дружба-12». Всего накануне днем в уборке улиц было задействовано 159 единиц техники. На балансе городских служб находится 266 проездов. По словам чиновников, половина из них уже убрана. По возможности не обделяют вниманием и так называемые бесхозные дороги. Сложности проездов – это всегда подснежники, так называемые, машины, которые брошены. Вот. Сложности – это потоки движения, часа пика. И не все проезды можно чистить ночью, когда, так сказать, спокойно, и можно этим заниматься. Применяется и механизированная уборка, и ручная уборка. То есть, ну, силы бросаем, чтобы как можно лучше очищать. Регулируемый переход на проспекте Мира напротив дома номер 55 доведут до ума. Там, наконец, заработает светофорная кнопка, которую не могли найти пешеходы. Ранее, если кто-то не успевал пройти через две дороги на зеленый, оказывался в ловушке на разделительной полосе. В Горсвете пообещали восстановить функцию принудительного вызова до конца среды. Тем временем в городе продолжается оснащение дорог умными светофорами. Они появятся на 42 перекрестках. Новый комплекс позволят собирать информацию о транспортном потоке и на основе анализа в режиме онлайн разгружать магистрали от заторов. Через 3 месяца специалисты Горсвета смогут оценить эффективность современных устройств. Сейчас ведутся работы на проспекте Мира на пересечениях с Маяковского, Островского и Ленина. В Сургут доставили новую современную установку для заливки ледовой арены. Оборудование стоимостью порядка 12 миллионов рублей будет холодить и готовить качественное покрытие для хоккеистов и фигуристов, занимающихся в спортшколе «Олимпиец». Там, к слову, лед наращивают сегодня по технологиям 30-летней давности. Как только позволит погода, ХС-ку, так установку называют спортсмены, доставят в новый дом. Местные техники и энергетики уже прошли обучение и будут обслуживать сложную технику. Деньги на модернизацию выделены в рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни». Более 100 миллионов рублей ежегодно тратится на софинансирование федеральных средств, которые поступают с федерального бюджета по направлению хоккея. В частности, эта холодильная установка стоимостью более 11 миллионов рублей сегодня пришла в город Сургут. Стоимость дозаливочных машин, которых мы получили 8 штук на протяжении 2 лет, это от 13 до 15 миллионов рублей. Каждая, да, абсолютно верно. Это дороже автомобиля, обычного автомобиля. Это новые электрические машинки, которые соответствуют всем требованиям проведения как тренировочных, так и соревновательных процессов. Сургутский пес, поселившийся на теплой остановке «Парк за Саймой», продолжает покорять социальные сети. Как пишут пользователи, собака уже успела подружиться с теми, кто ежедневно уезжает от этого павильона. Четверолапый уступает место и дает себя гладить. Нередко хвостатому перепадают и угощения от жителей. В комментариях отмечают, что видели собаку в разных частях города и даже играли с ним. Многие желают постояльцу теплой автобусной остановки скорее найти любящего хозяина. Пусть удача
ко всем и с хорошим настроением остаются нас совсем. Покупать или продавать квартиру с агентством РИЦ – это быть уверенным в чистоте сделки, получить доступ к уникальной базе объектов. С вами работает только один риэлтор. Вы уверены в том, что получили действительно лучшее предложение в городе. Покупать или продавать квартиру с агентством РИЦ – значит быть спокойным. Приглашаем в обновленный магазин «Обои Центр». Теперь у нас не только большой выбор обоев в Югре из России, Германии и Италии, но и красивая, удобная выкладка, яркое освещение и приятная атмосфера. Приходите ежедневно с 10 до 20 часов в специализированный магазин «Обои Центр». Телеплюс – тарифы со множеством опций. Выбери подходящий по скорости или включи интернет на максимум. Наслаждайся качественным телевидением. Используй приложение для просмотра на смарт-телевизорах или приставках. Услуги видеонаблюдения, безопасный двор, IP-домофония и IP-счетчики включены в тариф. Узнай подробности на сайте teleplus.ru. Новогодние подарки мальчикам. Для активных игр и развития. Скидки до 50%. Встречаем праздник с карапузом.